Привет! Это канал I Like Pet. Я Таня. Сейчас я нахожусь на мероприятии, которое негласно называют одной из крупнейших выставок мелких домашних животных в нашей стране. В этом выпуске мы расскажем вам об интересном событии, а именно выставке «Зоопалитра». Хомяки, морские свинки, дего, песчанки, крысы, мыши. Кого только на зоопалитре не встретишь. Не выставка, а настоящий мир мелких домашних животных. Ежегодно весной и осенью мероприятие собирает заводчиков самых разных уголков нашей страны. А с недавнего времени на выставку стали приезжать и представители питомников из других стран. Для заводчиков зоопалитра возможность пообщаться с единомышленниками, для посетителей приобрести небольшого друга из проверенного питомника. Ой, зоопалитра – это наша любимейшая выставка, крупнейшая московская выставка с уклоном именно для грызунов. И, ну, по сути дела, ну, все нравится. Тут и хорошая организация достойная, и вот эта возможность собраться с дружественными питомниками вместе, то есть съезжаются. Для нас это праздник реально, то есть мы готовимся, мы всегда оформляем экспозицию. Приезжают питомники из Белоруссии, питомники со всей России. Вот в этом году участвует Воронеж у нас вот первый раз, Питер, соответственно. Ну, в разные годы тоже было, там, Жигулевск, Димитровград, то есть вот встретиться с друзьями, с которыми, ну, почти каждый день мы общаемся в сети, но видимся очень редко. Зоопалитра – это не просто выставка. Наряду с обычными экспертизами, сравнивающими представителей классов по стандарту, в программу мероприятия включены и веселые конкурсы. Например, владельцы мелких домашних животных могут отдать своих подопечных посоревноваться в состязаниях на самого быстрого, тяжелого и красиво одетого грызуна. Сегодня у меня сирийские хомячки. Мы из города Орла приехали. Вот у меня вот такие вот животные. Это вот самочка сирийская, слоновая кость окрас. Это вот, то есть это вот такие у нас животные сегодня. И мы получили титул «Самый тяжелый хомяк выставки». Вот. Но это не вот этот хомяк, а это вот другой у нас. Он сейчас как раз спит. Этой осенью в рамках зоопалитры прошла и выставка домашних животных покрупнее. Особой зоной мероприятия стала выставка кошек «Супер Кэт». Кроме этого, посетителям была представлена возможность посетить специально подготовленные организаторами уроки доброты, где всем желающим рассказывали о правилах ухода за мелкими домашними животными. Хомяка покормили, морскую свинку погладили, с кроликом сфотографировались. Значит, все сделали, выставка «Зоопалитра» прошла на ура. Но вы в следующий раз не упускайте свою возможность поучаствовать в таком интересном событии. О других интересных событиях из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!